Всем привет, дорогие друзья, с вами Гамбит, и мы возвращаемся в FIFA 20, карьера за футбольный клуб Эвертон. Главный тренер этой команды Эрик Тен Хаг. Так, ребят, ну что, предлагаю сразу переместиться к календарю, посмотреть, какие матчи нас сегодня ожидают, и, собственно, уже будем начинать. У нас сегодня лондонский Тоттенхэм, у нас сегодня дерби кубки английской лиги, ну, этот матч мы просимулируем. Дальше у нас идет Кристал Пэлас. Затем Лига Европы, швейцарский Базель. И заключительный матч в этом выпуске, наверное, самый главный матч. С Манчестер Сити мы дома сыграем. Вот так вот, ребят, устраивайтесь поудобнее. Приятного просмотра, и мы начинаем. Поехали! Ребят, сразу же мы перемещаемся к матчу. Легендарные 5 минут. Пасмурная погода. Гудисон Парк. У нас Мина вернулся. Да, не на 100% он готов, но я все-таки рискну. Надеюсь, что повреждение не усугубится. Давайте перемещаться к матчу. Ознакомимся с составом Тоттенхэма. Собственно, поехали. Так, ребят, ну что, мы сразу перемещаемся к матчу. Тоттенхэм. Состав на ваших экранах. Сако, Санчес, Ндомбеле, Винс. Расстановка 4-2-3-1. Бергвейн, Дели Алли, Сон Хёнмин и Андреа Белотти. У них центральный нападающий. На замене кого можно выделить? Да, ну не особо некого. Вот только Стерлинг, по-моему, там у них на замене. Ну посмотрим, посмотрим. Матч, я думаю, будет не из легких. Все готово. Поехали. Хочу выделить Бамина. Очень в хорошей форме этот опорный полузащитник. Надеюсь, в этом матче он тоже себя проявит. А так. Лозано. Сон. Винкс, Сон. Сон Хёнмин. На левом флаге кореец. Проталкивает мяч, сниматель. Сон Хёнмин разворачивается, ждет партнер по команде Дели Алли. А вот это ошибочка. В исполнении Дели Алли. Пикфорд. Пикфорд. Рискованная передача, но она нашла своего адресата. Бамин. Дэвид. Нет, не прошла передача. Там уже и Лозано потихоньку начал освобождаться от опекунов. Винкс. Винкс, вот здесь начинается уже потихоньку. Домбеле. Домбеле. И Бамин. Хорош Бамин. Донатан Дэвид. Хамес. Дэвид. И вот сразу же на Лозано, на мексиканца пошла передача. Лозано зацепиться. Лозано пробить в дальний угол. И рикошет. Все-таки Дэвид смог остановить Лозано. Пошла передача на Лозано. Лозано. Ришарлисон. Ришарлисон, отдать передачку хорошую, и штанга выручает Тоттенхэм. Просто прекрасная была комбинация. Контратака. Дэвид. На Ришарлисона прошла передача. Ришарлисон, дружище! 1-0, 1-0. Эвертон выходит вперед. Обалдеть просто, ребята. Вот это матч. Вот это я заорал, когда эмоции зашкаливают. Посмотрите, буквально, да там уже все, уже даже немного переиграли. Второй момент, по сути, появился у нас. Первый момент, напомню, друзья, была штанга. Уж простите меня, что я так завопел, как резанный. Ришарлисон, красавец. Мы так и не провели ни одной замены, друзья, просто не было пауз. Было все так напряженно, а Тоттенхэм просто делал забросы. Вот так вот, ребят, 1-0. Ребята, у нас следующий матч на Кубок Английской Лиги. Мы его просимулируем. Симулировать будем резервным составом. Собственно, он на ваших экранах. Поехали. Ну, нужно обыгрывать, конечно. 0-4. Хет-трик Лозано. Вот так вот, ребята. И Райан Кент. Так, ребят, давайте взглянем на турнирную таблицу. Посмотрите, какая красота. Эвертон после победы над Тоттенхэмом занимает первое место. Единоличный лидер. Ой, здорово, просто здорово. Вулверхэмптон тоже неплох, идет на втором месте, без поражений. Один ничейный результат, но
Мы еще с ними встретимся, но пока... Пока так, ребят. Но у нас еще матч, не забывайте, с Манчестер Сити. Все может просто перевернуться с ног на голову. И всего лишь сыграно 6 туров. Давайте приступать к матчу с Кристал Пэлас. Стартовый состав у нас на матч с Кристал Пэлас будет боевой, потому что дальше у нас идет Лига Европа, а там уже будет резервный состав играть. Ну что, ребят, все готово к матчу. Кристал Пэлас, Эвертон, фаворит понятен в этой встрече, но, ребят, не нужно забывать, что это английская премьер-лига. И, возможно, все что угодно. И можно передачкой наградить Ришарлисон. Вот здесь и Эвертон забегает. Эвертон. Передача на Ришарлисона. Отличный розыгрыш. Как прошла эта передача? Я не знаю, но... Я знаю, что Ришарлисон снова забивает за Эвертон. 6-я минута матча. Хорошее начало. И наши гуси празднуют. Надо ему завязывать с этой походкой. Вон там Дэвид Хамес Родригес. Хамес Родригес сразу заряжает. И голкипер. Так, у нас еще один угловой. Снова Родригес. Снова Хамес. Подача к Бамин. Отбивается Кристал Пэлас. Хамес. Джонатан Дэвид. Удар целевой. Ух. В сантиметрах от штанги. Айда Дэвид. Очень-очень хорошо. Бамин. Ришарлисон. Решай, дружище. Удар. Перекладина. Пошла какая-то борьба. Кристал Пэласу это на руку. Отключение Уильямса. Ой-ой-ой-ой-ой. Как прошла эта передача, ребята. Маккартни 1-1. Про что я вам и говорил, друзья, в концовочке. Вот здесь давайте посмотрим. Ладно, там у нас провалился Аталь. Ничего страшного. Но вот здесь как прошла эта передача. Да похоже, мы забивали. Ну ладно, 1-1. Помин. Ришарлисон. Вот сюда, на Дэвида. Дэвид, пробить в дальний угол. Ой, как хорошо было сыграно. Все просто, все понятно, но вот голкипер помешал нам. Давайте снова Хамеса сюда ставим. У нас будет угловой. Родригес. Подача на ближнюю штангу. Бамин! Что он делает, Бамин? 2-1. Слушайте, ну как, а? Все в рифму. Что он делает, Бамин? Счет уже 2-1. Ришарлисон. Давайте посмотрим, как же там... Ну, слушайте, Бамин совсем по-другому раскрывается для меня во втором сезоне. Начал уже раздавать вот здесь. Отлично сохранить такую передачу отдал. Может быть, немного повезло, но... Самое главное, что мяч оказался в сетке. Давай, друг. Ой, какой удар. Ну, вы видели, ребят, голкипер просто красавец. Аю ускоряется, Аю полетел, Аю, нужно догонять, но тут Эвертон только, и Динь бежит. Аю. Как разыграли. Ё-моё, а, ребят, ну что происходит? Английская премьер-лига во всей своей красе. Я даже Каете не заметил. 2-2. Гомеш. Верскарен. Хамес Родригес. Хамес хорош. Вот здесь Верскарен пробить в ближний угол. Верскарен не забивает. Но Хамес такую передачу потрясающую отдал на бельгийца. Хамес. Еще передача. Кент. Гол. Ух, ребят, спокойно. Знаете, почему я отпраздновал этот гол? Да потому что все нервы оставил с этим матчем. Давайте посмотрим. Здесь Хамес. Просто... Все, друзья, 2-3. Мы все-таки выигрываем. Валидольный был матч, очень потный. У Кристал Пэласа было 2,5 момента, 2 они забили. Для них был бы потрясающий результат, если бы они даже сыграли в ничью. Но все-таки мы смогли дожать своими резервами. Я имею в виду. Ребят, у нас Лига Европы. Английский Эвертон сыграет со швейцарским Базелем. Стартовый состав на ваших экранах. Я на самом деле был в раздумьях, кого лучше поставить. В старте Кальверта Льюина или Кина. Ну, остановился на Льюине. Потом, думаю, даже после первого тайма, возможно, выйдет мой Зекин. Ну, поехали, ребят. У нас все готово к матчу. Эвертон, Базель. Начинается. Здесь очень может быть опасно. И Батланд выручает. Вы видели эту потрясающую передачу? Райан Кент.
Гомеш, отличной вот передачкой. Награди Доминика. Льюин. Пробить в дальний. Ну, это, конечно, классика жанра. Увидел, что Доминик Альверт-Льюин находится прям на грани, знаете, офсайда. И рискнул этой передачей. Она прошла, он поборолся. Ну, такие он должен забивать. Подача в штрафную может быть очень опасна. На подборе. Балдона. Ой-ой-ой, нельзя давать бить. Как разыграли прекрасно. Как прекрасно разыграли. И только скилл этого футболиста не позволил Базелю сравнять. Фомин. Эрскарен. И вот еще передачка. Лозано, удар на технику. Ну, держали, ребят, держали его. Ой, хорошая стеночка. И как-то Кенни-то провалился. Очень может быть опасно. Под удар. 1-1. Да, я прыгнул в подкате, но ничего из этого не получилось. Все, друзья, 1-1. На самом деле, Эвертон не заслуживал победы. Играли ужасно, ничего не получалось. Было миллион ошибок. Я считаю, что все виной не Эдена. Друзья, у нас заключительный матч в этом выпуске. Эвертон у себя дома на Гудисон Парк сыграет с Манчестер Сити. Ну, после последнего матча с Базелем у себя дома, когда мы сыграли 1-1. Ну, сказать, что Эвертон в плохой форме, нет. Просто какой-то спад пошел. Возможно, это было недонастрой. Надеюсь, что на Манчестер Сити уж мы точно настроимся. На кого же еще, если не на Манчестер Сити? Только Ливерпуль, наверное. Ладно. Стартовый состав на ваших экранах, боевой. Ознакомимся с составом горожан и, собственно, будем начинать. Ну что, ребят, все готово к матчу. Давайте, собственно, ознакомимся с составом горожан. Даже без этого. Давайте быстренько по составу. Эдерсон, Лапорт, Фернандиньо, Канцело, Анхелиньо, Родри, Силва, Де Брюйне, Агуэро, Бернардо Силва и Рахим Стерлинг. Изменений никаких в Манчестер Сити. Хамес Родригес. Хамес, пушка! Эдерсон вручает. Хамес на втором этаже. Выиграешь борьбу? Ну, ничего страшного. Проиграл просто Силвы. Силва. Бернардо. Пошла передача в штрафную. Здесь очень опасно. Кевин Де Брюйне. Не знаю. Не знаю. Де Брюйне у мяча. Кевин. Кевин, подводи. Хорош. Манчестер Сити на правом флаге. Канцело подключается в атаку. Тут же и Сила. Передача потрясающая. Что творит Пикфорд? Это просто безумие какое-то. Вы видели эту реакцию? Слушайте, ну, я видел такую реакцию именно игра ногами у Давида Де Хе. Ну, Пикфорд. Молодчага. Агуэро, хорошая передача, Рахим Стерлинг, 1-1, ребят, не переключается на того футболиста, на которого я хочу, просто все, но только не он. И в итоге, беспрепятственно, вот здесь, посмотрите, я переключал, ладно, 1-0. Ну, Манчестер Сити заслуживал этот гол. Агуэро. Стерлинг, 2-0. Нет. Да. Ой, как хорошо, Хамес Родригес, но у него нет скорости. И вот здесь можно передачу отдать на Дэвида. Дэвид еще на Хамеса. Хамес пыром просто ткнул. Неожиданный для меня перехват. Я думаю, это было не только для меня, но и для Эвертона, для Манчестер Сити. У нас 1-2. Хамес красавец. Разыграли, но очень медленно бежал Хамес, поэтому я сразу дал передачу на Дэвида. Хотя вот в реальном футболе, ну, такое бы вряд ли сделал Хамес. Большой привет Эдерсону, кстати, друзья. Дэвид, пошла передача. Туда на Эвертон, но нет, подустал Эвертон. Ребят, я даже замены почему-то не делал, не знаю. 1-2, уступаемый Манчестер Сити, уступая на самом деле по делу. Манчестер Сити где-то с минуты 70 начал сушить игру. Заслуженная победа, поздравляю, горожан. Ну, друзья, подходит к завершению очередной выпуск. Что хочу сказать. Немножко мы, конечно, в концовочке этого выпуска подсдулись. Да, подсдулись, у нас 21 очко, первое поражение мы потерпели. Вулверхэмптон сейчас на первом месте. Что насчет бомбардиров? Ришарлисон, Порто, Марсиали и Кейн забили по 7 мячей. Давайте поподробнее разберемся с турнирной таблицей здесь. Без поражений идут Манчестер Сити и Вулверхэмптон. Волки-красавцы, как бы тут
вопросов никаких. Ладно, ребят, давайте завершать выпуск. Не забывайте подписываться, комментируйте, поддержите видео с лайком. С вами был Гамбит. Всем удачи, друзья. Пока-пока.